И сегодня свое продолжение получила история с вырубкой Карабихского леса. Городской телеканал уже рассказывал о ситуации в дачном кооперативе «Нефтяник-3». Люди жаловались на вырубку березовой рощи, которую много лет назад сажали сами дачники. Работы проводит собственник территории, генеральный директор фирмы «Карабиха» Станислав Аджиев. В интервью городскому телеканалу он подчеркнул, что вырубать лес не собирается. Несколько десятков деревьев были спилены, чтобы провести электросети для будущих собственников земель. Больше, как сообщил Аджиев, не пострадает ни одной березы. Однозначно нет, официально, твердо заявляю. Там, значит, на сегодняшний день договоренность какая есть, она останется вот в целости и в сохранности. Я любые гарантии напишу, что эта роща трогаться не будет. Мы так и договорились, то есть. На совещании Станислав Аджиев в присутствии главы кооператива «Нефтяник-3» согласился с требованиями жильцов не трогать лес, оставить свободным доступ к берегу к отрасли, убрать временную дамбу и сохранить водоснабжение дачных домиков. Люди 30 лет живут здесь. Неужели я такой варвар пришел здесь все уничтожать? Это наша земля, нашего хозяйства, понимаете? Юридическое лицо здесь. Не моя личная, что вот Аджиев захотел и тут все тут как-то... Мы сегодня являемся одной из хозяйств области, которая находится в национальном проекте. Чтобы нам видеть перед собой перспективу, мы должны думать о завтрашнем дне. Городской телеканал будет следить за развитием событий вокруг Карабихского леса.